Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу предложить вкуснейшую закуску из баклажан по-корейски. Готовится такая закуска очень просто и легко, а в результате получаем очень необычное, изысканное, остренькое, сочное и очень вкусное блюдо. Для приготовления нам понадобятся баклажаны, морковь, сладкий перец, лук, чеснок, соль, перец, кориандр, сахар, уксус, соевый соус. Баклажаны моем, отрезаем хвостики и нарезаем тонкими полосами. В воде растворяем соль и высыпаем сюда подготовленные баклажаны. Ставим под гнет и оставляем на 20 минут. Затем их просушиваем бумажным полотенцем и приступаем к приготовлению. В сковороду наливаем растительное масло 3-4 столовые ложки и высыпаем сюда баклажаны. Обжариваем, периодически помешивая до мягкости и румяной корочки. Пока обжариваются баклажаны, подготовим остальные овощи. Морковь нарезаем соломкой, либо натираем на терке для корейской моркови. Лук чистим, моем и нарезаем перьями. Лук лучше брать салатный, либо залить его горячей водой на пару минут, чтобы убрать горечь. Сладкий перец берем разного цвета, так закуска получится ярче. Вырезаем семенную коробку и нарезаем полосками. В миске соединяем все сырые овощи. Солим, перчим по вкусу. Добавляем сахар, кориандр, чеснок. Заправляем все соевым соусом и уксусом. Перемешиваем. При желании можно добавить еще острый перец по вкусу. Добавляем обжаренные баклажаны и снова все хорошо перемешиваем. Я еще люблю добавлять в эту закуску зелень петрушки. Отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы все компоненты хорошо объединились и приобрели тот самый пикантный вкус. Подаем закуску, приправив ее зеленью и посыпав кунжутом. Баклажаны по-корейски получаются яркими, сочными, витаминными и очень вкусными. Храним такую закуску в чистой сухой банке, либо пищевом контейнере не более одной недели. Друзья, готовьте по моим рецептам и оставляйте свои отзывы в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!